Всем добрый день. Гуляю по нашему району, проспект Ататюрка. Кто не видел до этого ролики, ролик про парк, можете посмотреть ранее. А у меня продолжение. Иду к памятнику Айна Султановой. Здесь, кстати, увидела магазин. Написано «Продукты Берлин Алман Мерсулары». Немецкие продукты. Вот как-нибудь надо сюда зайти и тоже поснимать. Время ограничено уже у меня. Поэтому возвращаюсь уже домой. Чудесная погода, хорошее настроение. Всем хочу пожелать здоровья, мира, счастья, всех благ. И стараться по жизни быть оптимистом, несмотря ни на какие трудности. Памятник Айна Султановой. Я помню, когда только посадили эти елочки, они такие маленькие были. А вот сейчас уже выросли, и приятно посмотреть вдоль дороги елки. Но все равно я вам скажу, воздух все-таки лучше около моря за городом. Вот когда уже попадаешь в центр, это чувствуется, что воздух там намного лучше. И понимаешь. Раньше я очень любила город. Не жить только в городе, как это за городом. И муж тоже сопротивлялся. А вот когда началась пандемия, и ребенку было, с ребенком было невозможно выйти погулять по смс-кам. И у ребенка пропал полностью аппетит у Мишки. Он был на лекарствах. Мы его возили к врачу. Нам выписали 5 препаратов. В общем, это было что-то. Ребенок отказывался просто кушать. Ни в какую. Он и так у нас малоежка. А после этого вообще перестал. И вот мы как только сняли дом за городом, потихоньку ребенок стал в себя приходить. Ну а потом и мама к нам приехала, родители, и мы все стали жить вместе. И мы сейчас не жалеем, очень довольны, что мы живем за городом. Да, дорога занимает время, но морской воздух свежий, свой сад, оно того стоит. Особенно летом, когда детишек водим утром, вечером на море. Я уже почти пришла домой, во двор. Пообщалась тоже с вами. Буду ждать от вас отзывов, комментариев. Всем большое спасибо, кто реагирует, пишет, поддерживает меня. Даже просто если вы поставите сердечко и пальчик вверх, это тоже имеет значение для канала. И вот меня просили снять Шадлыкове, дом торжеств, который находился в конце парка. Вот, вот он и самый. Я обещала, вчера не сняла его, мимо прошла. Вот он стоит на своем месте, периодически его ремонтируют, меняют фасад, облик здания. Ну а вот там уже находился троллейбусный парк. Дальше я снимала до этого тоже, кому интересно, можете посмотреть. А раньше вот этих всех высоток не было, и здесь был просто большой курган. И мы бегали туда играть, делали костры там. Лазили в котлованы.
Там школа моя 102. И вот наш бывший конюшенный двор. Раньше здесь была секция, детишки приходили со всех дворов и занимались конным спортом. Ну, а мне было 7-8 лет, я была маленькая. И тренер все время, Идрис Мялим был тренер, мне все время говорил: ничего, ты, говорит, подрасти чуть-чуть через 2-3 года и тоже будешь заниматься. Но, к сожалению, пока я подросла, конюшню уже убрали. Конюшня, вернее, осталась, а лошадей все перевели на ипподром. А сейчас там стоянка, а раньше лошади бегали вот по этому кругу. Круг был очень большой, и ребята занимались. Пришла домой, Галечка тут рисует и рисует на компьютере. Я сову нарисовала. Ну, сову, наверное, готовая была, да? Мам, смотри, сейчас я тебе еще покажу, какие картинки я рисовала. Ой, бабочку покажи. Ой, сейчас я ее сохраню. Да. Это ты сама все делала? Да. Ну, бабочку готовую, наверное, откуда-то вырезала ее. Ой, молодец.